Это деревня Староселье Тоснинского района в Ленинградской области. Сейчас март месяц. Была очень снежная зима, и поэтому вот то, что мы имеем на середину марта. Сколько снега, это центральная площадь. Да, потому что центральная площадь, здесь такое круговое движение, остановка. Вот это висит исторически такое противопожарная штука. Ну как, не противопожарная, когда пожар, раньше в нее били, да, созывали жителей, ну, чтобы известить вот такой пожар. Ходят, вот, да, проталинки мартовские. Никого почему-то мы не встретили вообще на улице. Был выходной день. Видимо, либо здесь вообще дачники живут, в принципе, и местных жителей. Я где-то читала данные, ну, может быть, человек 40, да, здесь такое население. А так, для дачников раздолье. Эта деревня с историей. Во время Великой Отечественной войны с 1 сентября 1941 года по 31 декабря, то есть до самого Нового года, 31 декабря 1943 года, эта деревня была оккупирована фашистами. И здесь, к сожалению, был еще и концлагерь, ну, около, в районе этой деревни. Ну, это история грустная, да. Смотрите, то есть видно, что детская площадка вполне приличная, хорошая, современная, не используется по назначению, потому что здесь, ну, видно, что никто давно не был. А вот летом приедут дети. Летом здесь очень здорово, я здесь была летом. Здесь хорошо. Да, вот написано, что это шапкинское поселение. Шапки у нас, как вот сейчас, если мы стоим сзади, а там вот туда прямо смотреть, там Надина. Вот такая деревенька Староселье.